компания, корпорация, общество. Так в Югре расшифровали приставку ЭКО. Больше о природнадзоре нам расскажет глава природнадзора Югры Алексей Николаевич Ковалевский. Приветствую вас. Добрый день. Итак, первый мой вопрос к вам. Его, собственно, задает, наверное, даже местный житель. Пообщалась здесь с жителем Ханты-Мансийска, который утверждает, что вот в 90-е в Иртыше было очень много рыбы, а сегодня что-то нет такого улова. Ну, справедливо ли замечание местного жителя, или же нет оснований беспокоиться об Иртыше, собственно? Ну, помня 90-е годы, возможно, действительно количество рыбы уменьшилось, но она никуда не делась. Она как жила в реке, так и живет. У нас вступили в силу ряд запретов, которые не позволяют вылавливать ценные, особо ценные породы рыб, которые раньше население активно использовало для пищи. Сегодня это стало предметом заработка, и возможно, что вот как раз эти ограничения больше и волнуют жителей Ханты-Мансийска, которому нельзя добывать эту рыбу, как раньше, в 90-е годы, на общих основаниях. Вот мы только вернулись с пресс-тура по Югре, мы были в пути 4 дня и обращали внимание на, собственно, проблемы экологии, в частности, промышленность, как воздействует на экологию. Давно ли были разливы нефти, и как сегодня справляется промышленность с этой проблемой? Все ли ошибки уже учли, поработали над ними? Ну, ошибки-то учли все, но не решили полностью еще задачу, хотя, если смотреть вообще воздействие промышленности, это выбросы, сбросы, это отходы, это нештатные ситуации, которые приводят к загрязнениям почвы, лесов, водных объектов. Если в свое время у нас была численность инцидентов с попаданием нефтепродуктов в природную среду больше 1000, то с каждым годом это все становится меньше и меньше. Это, во-первых, и масштабы последствий становятся меньше, что очень важно. Мы с вами посмотрели возможности нефтяной компании ПАО «Сургутнефтегаз». То есть мы воочию убедились, какими средствами, инструментами, специалистами мы сегодня обеспечены. И сроки реагирования на любые нештатные ситуации это буквально считанные часы, которые позволяют быстро локализовать ситуацию, принять оперативные меры, чтобы привести ее в естественное состояние. Поэтому, к сожалению, условия очень сложные для нефтедобычи и транспортировки нефти. Бывают всякие случаи, но главное, что есть понимание, каждый случай рассматривается. У нас представлена в открытом доступе вся информация по нефтезагрязненным участкам. И мы рассчитываем, что те темпы, которые сегодня взяты по рекультивации земель, в ближайшие годы позволят сократить или ликвидировать то наследие, которое нам досталось с 80-х и 90-х, к сожалению. То есть сегодня мы, вот, проезжая сотни километров вдоль месторождений, не видели ни одного нефтезагрязненного участка. Раньше это было гораздо чаще. А когда последний раз был разлив нефти в Югре? Они происходят практически вот, там, с определенной периодичностью. Каждую неделю приходит информация о нескольких случаях или нескольких десятках случаев. Все зависит от погодных условий, от действий эксплуатирующих организаций, где-то ремонты проводят, где-то случаются утечки технологические. То есть, ну, можно сказать, и каждый день. И каждый день, но масштабы загрязнений уже не пугают. Не пугают, потому что большинство участков очищается буквально в первые сутки. Их сразу же? То есть... Их сразу очищают. Мы видели с вами оборудование, мы видели технологию, когда нефтезагрязненный грунт сводится на специализированный объект и сразу запускается в обезвреживание. А вот негативное влияние на окружающую среду сразу же устраняется, или же все же надо время природы, чтобы само очистить? Ну, по факту технологии уже отработаны, компания либо изымает нефтезагрязненный грунт, отмывает его и, соответственно, участок возвращается уже чистый. Угу. Либо происходит обработка ингибиторами, бактериями, которые позволяют при определенных условиях, обычно это положительные температуры, это лето, разлагать нефть на месте на простые компоненты и, соответственно, уже быть абсолютно безвредной для окружающей среды.
другое негативное воздействие промышленников на окружающую среду. Раньше вокруг очень много факелов украшали, а сегодня их значительно меньше. Мы вот ехали по Югре, по крайней мере, восточную сторону, я не увидела. По-моему, я один увидела, и то я не уверена, что это был факел. Раньше факела действительно горели. Раньше было выгоднее сжечь газ, потому что он шел попутным. Это был не основной продукт, который компания, на котором она зарабатывала, скажем так. Государство четко установило требования. То есть президентом была озвучена необходимость достижения 95% полезного использования попутного нефтяного газа. И в соответствии с этим поручением были приняты определенные мероприятия, в том числе и экономического характера, которые экономически делали невыгодным сжигание газа на факелах, то есть плата за выбросы газа на факеле от сжигания делалась повышающим коэффициентом, и суммы были довольно значительны. Югра пошла другим путем. Мы до всех этих поручений в принципе приняли стратегическое направление, вместе с компаниями отработали технологии по полезному использованию. Мы достигли, если не ошибаюсь, 97% уже полезного использования. Остались действительно факела только дежурные, которые у нас предусмотрены технологическими процессами для обеспечения безопасности оборудования. То есть там стравливаться, чтобы не скапливался газ и не было нештатных ситуаций с его возгоранием или хлопками. Поэтому дежурная горелка, она всегда на сложных объектах присутствует для того, чтобы обеспечивать безопасность. Вместе с тем, вот перед отраслью сегодня стоит новая задача – извлечение трудноизвлекаемых запасов нефти, газа. Часто используются новые технологии, а они не породят новых проблем? Нет, мы решили для себя главную проблему, главную задачу, не проблему, а задачу, действительно. Найденные и подобранные таким образом технологии, чтобы буровые отходы, которые образуются в процессе бурения, попутно, повторно использовались в промышленном процессе. Да? Вот вчера... Еще раз акцентирую внимание, мы вчера с вами увидели прям вот уникальный объект, который показывал разные виды, скажем так, остаточных продуктов, продуктов бурения, продуктов сбора загрязненного грунта и так далее, которые все идут в оборот. То есть компания на сегодняшний момент практически выходит на нулевой формат образования отходов. То есть все, что образуется в процессе эксплуатации нефтегазовых месторождений, все используется в производстве. Если говорить о мусоросортировочных полигонах, мусоросортировочном комплексе и полигонах, расскажите о них, сколько требуется по нацпроекту «Экология» полигонов, сколько еще требуется построить, сколько уже сделано? Фокус здесь поработал заранее. Вот в соответствии с новой комплексной схемой обращения с отходами в округе в рамках реализации национального проекта у нас должно быть построено 5 межмуниципальных комплексных полигонов. Ряд локальных объектов, которые не предусматривают сортировку, там идет просто размещение захоронений. А 5 это комплексные объекты, которые предусматривают прием, сортировку, отделение фракций, не подлежащих захоронению, и переработку сразу же этого вторичного сырья на месте. То есть коллеги нам сегодня великолепную экскурсию провели и сказали, что вот первый шажочек сделан, сортировка налажена. Второй шаг – это будут экотехнопарки, которые уже будут непосредственно сразу же с сортированным сырьем работать на месте и получать уже продукцию. У нас первый запущен. Это был конец ноября-декабрь прошлого года для населенных пунктов Нефтеюганского района, для города Нефтеюганск. И Пытьях. Следующие планируются в городе Сургуте, Нижневартовске. Они не только для городов, но и для прилегающих территорий. Это в Ханты-Мансийске и в Нягане. То есть 5 крупных, по сути, они практически будут закрывать всю потребность автономного округа, обеспечивая население именно системой сортировки, переработки мусора. На отдаленных территориях объемы не позволяют запускать такие крупные комплексы. Там будут локальные полигоны. А сколько свалок захоронили все-таки? Свалок мы ликвидировали в рамках реализации нацпроекта 3. Одна, Федоровская, была закончена в 2020 году. Мы ее посмотрели. То есть вы могли убедиться, что абсолютно
безопасная территория для как окружающей среды, так и для соединения. Это нефтеюганская свалка, мы сегодня там побывали, и Нижневартовский полигон. Вот три объекта, которые в рамках нацпроекта мы реализуем. Это не все. Проект не останавливается. Проект будет реализовываться в рамках следующего проекта, который будет называться «Генеральная уборка». Мы посмотрели потребность округа, еще 25 объектов, которые надо ликвидировать, привести в безопасное состояние. И, в принципе, в последующем будут уже выходить из эксплуатации те полигоны, которые сегодня обеспечивают нужды населения. То есть мы понимаем, что он сегодня действует, через определенное время он заполнит свою мощность и потребует тоже мероприятий по его ликвидации. Технологии разные. От чего зависит от выбора технологий? Есть подготовленные объекты, такие как полигоны, которые с самого начала строились по проекту, которые обеспечили безопасность, самое главное, подстилающего основания. По сути, нам задача одна – изолировать отходы от окружающей среды, чтобы ни внешние факторы, ни внутренние происходящие там негативное влияние не оказывали. По сути, это капсулирование отходов в определенном объеме. Когда у нас нижняя подстилающая поверхность подготовлена, это гораздо проще, потому что не требуется отходы с места на место перевозить. Свалки, которые образовывались в свое время и эксплуатировались, они таких характеристик не имеют. Соответственно, приходится их убирать полностью, делать водонепроницаемое покрытие, перекладывать отходы и закрывать их. И это дороже, соответственно, да? Это дорого, все зависит от местонахождения территории, это зависит от отходов, количества, которое там накоплено было, это зависит от прилегающих территорий, возможно, это водные объекты, водоохранные зоны и так далее. Возможно, эти проекты потребуют сортировки, то есть отделения грунта от отходов, чтобы не возить лишние объемы, и доставки этих отходов на специализированные объекты. То есть сложная география округа иногда не позволяет захоронить на месте, приходится вывозить. Это очень дорого. Это очень дорого, транспортная составляющая, она очень сильно влияет на стоимость. А получается деньги делать из мусора? Я вот как оптимист рассчитываю на то, что все-таки те технологии, которые сегодня есть в нашем распоряжении, которые появятся в скором будущем, позволят действительно получать из отходов прибыль. Во время пресс-тура, опять же, мы посетили несколько производств, которые еще откроются или которые уже открылись, которые уже занимаются переработкой мусора. И это интересно. Есть ли перспективы еще новых производств таких? Конечно. Конечно, это экотехнопарки, которые будут создаваться. Это первый стартовый будет в Нефтеюганске. Там уже подготовлена база, да, по сортировке, то есть уже есть полуфабрикаты, которые можно запускать. Это свободная экономическая зона в городе Нягани, которая формируется, которая даст возможность на льготных условиях зайти инвесторам и реализовать проекты, именно связанные с переработкой отходов. Я думаю, что мы только в начале пути такого большого. И у нас возможности позволяют здесь испытывать разные технологии, выбирать наилучшие и масштабировать. Я думаю, что это только будет набирать обороты. Государство в этом ровно заинтересовано. Есть поговорка такая: чистим там, где метут, а там, где не сорят. Как в Югре обстоит дело с воспитанием молодежи, с экологическим воспитанием таким? Ну, мы в свое время, когда была карта свалок, организованная ОНФ, были одними из лидеров по количеству. Это не значит, что мы были самые грязные. Мы просто сделали своеобразный срез, инвентаризацию и поставили на учет все. Мы очень быстро убрали и были лидерами по количеству ликвидированных мусорных свалок. У нас их осталось не так много. Задача поставлена убирать каждый год не менее половины. Мы пока в тренде или там в правильном направлении. Мы выполняем поставленные перед нами задачи губернатором. И я рассчитываю, на будущем это выполним. Задача — очистить Югру от стихийных свалок. Но это мало очистить. Надо создать условия, чтобы они не появлялись. Вот здесь мы работаем как с системой ЖКХ, которая обеспечивает население удобными местами сбора отходов, контейнерные площадки, соответствующие всем санитарным требованиям, так и с населением. Здесь образование, процесс, я думаю,
важен, но не в приоритете. Здесь просвещение. Мы все-таки пытаемся через подрастающее поколение донести, что с отходами надо обращаться культурно. Надо правильно складировать, надо правильно разделять. Сегодня практически все школьные и дошкольные учреждения вовлечены в большой интересный процесс. Они соревнуются, сдавая вторичное сырье на экопункты, получают баллы, и по итогам победитель получит от нашего рекоператора ценный приз. Это не ради приза, это вот как раз ради того, чтобы через вот своего рода игру детям привить культуру обращения с отходами. Знаете, я вот получаю обратную реакцию уже не детей, а от родителей. И полагаю, что мы сделали абсолютно правильный выбор взрослого не перевоспитать. И уже сложившиеся люди со своим пониманием, со своими взглядами на жизнь. А ребенок, он впитывает все хорошее. И вот это хорошее мы для него пытаемся донести всеми возможными способами, увлекая различные конкурсы, игры, конференции, обсуждения, проекты, встречи, рисунки, творчество. То есть пробуем вырастить новое поколение, которое сегодня будет экологически грамотным. Вот я считаю, что это наша основная задача, а они уже научат своих пап, мам, бабушек, дедушек, сестер, братьев. Я думаю, вот вместе сообща мы уже добьемся результата. Я его вижу, честно. Я если лет 5 назад еще видел, что дети там бумажки бросают, теперь я вижу, что они их поднимают. Вот для меня это было, знаете, своего рода показательно, когда идет ребенок впереди, не видя, кто за ним, видит бумажку, он ее подбирает, доносит до урны и ложит в урну. Все, то есть его никто не просит, это он сам, он созрел. Я думаю, он не пройдет мимо человека, который будет бросать, когда у него вот уже такое понимание есть. Поэтому очень много уделяем внимания. Округ целую программу ведет по экологическому образованию, посвящению. Мы одни из первых, кто это все нормативно закрепил в законодательстве и в нормативных документах. И вот через те же акции «Спасти и сохранить», наполненную целым набором таких мероприятий, мы это реализуем. Вовлечены муниципалитеты, коллеги наши из различных органов исполнительной власти. Большинство субъектов в той или иной мере принимало участие в мероприятиях нашей акции. Она уже 20-я, она не вторая, не третья. Я думаю, что будет и 21-я, и 50-я. Именно через такие массовые акции можно решать большие вопросы и охватывать большой круг людей. Мне остается только пожелать чистоты и порядка. Спасибо большое за интервью.